Прикольная, да? Это тень. Я думал, ствол. Что пипец. Ну. Ты. Слышь, ты, псина. Твою дырку бы заткнуть чем-нибудь. Чё такого? Пока ничего такого. Пока... Ебать! Ты видал эту руку? Ты видал эту руку? Она так говорит, знаешь, well, well, well. Окей. Пойдем отнесем рыбу. Он, знаешь, как будто стопку хочет принять, короче. Окей. Всем доброго времени суток, друзья. Меня зовут Валерий, и у нас рубрика «Бесплатные игры». Итак, у нас очередная демка бесплатная инди-хоррора. По отзывам в стиме атмосферного инди-хоррора, короче, многие пишут, что ждут, короче, его. Вот, пугает нормально, короче, атмосферкой. Вот, посмотрим, поглядим. Здесь у нас игрушки какие-то, какие-то манекены, какой-то маньяк, какая-то психоделика, какие-то... Короче, все вперемешку. Вот. Говорят, круто должно получиться. Игра выйдет где-то, по-моему, 1 октября 2020 года. Вот, если она зайдет, короче, мы с вами приобретем релиз, приобретем полную версию и пройдем с вами. Вот, ожидаемый типа шедевр, короче. Вот. Ну и, наверное, начнем. Игра на английском. Игра на английском. Надеюсь, что разрабы подвезут к релизу, короче, русскую версию. Ну, что-то как-то оптимизация, что ли. Подхрамывает. По ходу дела. Посмотрим. Джимми гитарный мальчик. О, Теодор. Отличная работа. Спасибо. Наверное так. Что-то там прекрасный. О, извините за мои манеры. Меня зовут мистер Франклин. Типа, я хочу поиграть с тобой, да? Так, начать играть с тобой. Как-то так. Скорее всего. Не знаю. Что-то маленькие пальчики. Что-то 11-12 лет. Не знаю. Модель. Я вижу модель... Без голосовых функций, что ли? Или что это такое? Релакс! Кем ты напугал-то? Да, Don't Be Afraid The First Toy, это название, короче, игры. Вот. Название этой игры. Так, лодинг, ну, посмотрим, что. Что, как. Ну, нет, в принципе... Так, е, понятно, я что-то там пропустил, короче. Но все равно на английском. Ну, в принципе, оптимизация, ничего. Так, я так полагаю, нужно выбраться. Нужно выбраться из коробки. Взад ходить, понятно. Джей. Что у нас Джей? Выйти из комнаты, это задание. Гитарный мальчик, да, смотри, какая гитара. Окей.
Давай взглянем. Какой-то. Что там? Мишка, кролик. Кролик. Джимми. Мой кролик. Откуда он здесь? Типа того, да? Так, ладно, надо выйти из комнаты. Так, ящики открываются. Ага. Ящики открываются. Так, записюли. Записюли. Понятно. Записюли, ставим, короче, на паузу и читаем все на английском. Я ни хрена не соображаю. Так, что здесь у нас? Ключ. Окей. И это инвентарь. Ключи. Ключ от двери. Кролик. Return. Понятно, да, выйди ты. Выйди ты. Окей, погнали. Ёпта. Уже какая-то дичь. Уже какая-то дичь началась. Так. За этими штуками, я так понимаю, какие-то манекены. Здесь у нас что? Здесь у нас семья чья-то, короче. Ребенок с куклой. И все они, по-моему, как будто близнецы. Или нет? Нет, не близнецы. Ладно. Туда, сюда. Ух ты, нихера себе. Ракушки. Что-то с водой связано, что ли? Вот эта статуя, да? Не, такая необычная, прикольная, да? Это тень. Я думал, ствол. Так. Манекены. Это либо краска, либо кровь. Здесь ничего не открывается. Ладно, идем дальше. Идем дальше. Ящики ничего не работают, ничего не двигается. Ладно. Кресло. Лампы. Так, журнал. Ключ какой-то надо найти. Ключ, наверное, вот от этой двери, скорее всего. Ух ты, нихера. Это что? О. Тихо, 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 тихо. Типа тут темно и страшно. Нихера себе такая, смотри, стена, да? What the fuck? Манекены, смотри, сбросили свою эту штуку, короче, пленку, и манекены у нас здесь стоят. А здесь? Здесь какие-то кирпичи, какая-то фигня. Здесь тоже, наверное, темно и страшно. Но дверь эта не открывается. Окей, ладно. За нами, кстати, следят. За нами, кстати, следят. Так, ящики здесь эти не открываются, да? Там у нас темно и страшно. Эта дверь у нас закрыта. Давай взглянем, что здесь у нас. Какие-то морозильные, что ли, камеры. Или что это? Я такой маленький, что ли, или что, блин? А, ну да, я же типа игрушка. Окей. Так, молоток, всякая херня. Это что у нас? Скрю-драйвер какой-то. Скрю-драйвер какой-то. Так. Bunny Tools. Это напильник или что это? Скрю-драйвер, что это такое? Так, ладно. Может, напильником отфигачить дверь? Нет? Ладно. Пока непонятно, что, куда делать, куда идти, куда... Какие... Ух ты, нихера. Шкаф. Шкаф уронил. Молодец. Так, тут ареал. Бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Окей. Where did I put my axe? Бляха, свечу взял. Я надеюсь, свеча не кончается. Потому что уже, ну вот реально уже бесит вот эта вот фишка, знаешь, блин, свеча там кончается, надо, короче, бегать, искать постоянно эту свечу. Батарейки там, допустим, да, где-то в фонариках там или еще что-то там, блин, камеры вот эти. Ну, это уже, блин, настолько приелось, что пипец. О. Ты. Слышь ты, псина.
Так. Засранка. Засранка-то какая? Так, тебя как-то, я не знаю, пробежать? Твою дырку бы заткнуть чем-нибудь. Может, паяльником? Ой, не... паяльником. Напильником вот этим, короче. В рот ей пихнуть. Пихнуть тебе в рот свой напильник. А, обойти надо. Та-то же. Псина. Деревянная или пластмассовая какая-то. Ладно, допустим. Я промолчу. Окей. Пока ничего такого. Пока ничего такого. Пока... Ебать. Ты видал эту руку? Ты видал эту руку? Извиняюсь за свой французский, короче, но она меня что-то напугала. Я же немножко дернулся. Ты видал, да? Просто ты видал? Ладно, я тебя не боюсь. У меня есть свеча, короче. Я тебя не боюсь. Это вообще все окровавленные. Либо это краска, я хер пойми. Так, ладно. Все отвернуты, что-то отвернуты. Это главный герой? Эй, ты! Психопат долбанный. Журнал! Game Changer. Так, окей. Здесь ничего не делается. Записуля. Записуля ставим на паузу, да, и читаем. Окей, это конопля, что ли, или что это? Канабис? Канабис? Так, я так понимаю, мне туда. Мне туда этот черт держит, короче, дверь, мне ее не открыть. Надо что-то придумать. Ладно, допустим. Ну, атмосферка какая-то есть в игре все равно. Что-то есть такое. Чё? Это чё сейчас было? Как будто, знаешь, в этом проклятии, да, по-моему, и звонок была такая фишка. Так, хорошо. Ещё записуля. Франклин, что-то там бла-бла-бла. Читаем, короче. Так, ладно, дверь, еще здесь есть свечи. Ключ. У меня нет ключа, нужно ключ найти. От двери. Показано там на рисунке. И где-то ключ, короче, я не знаю. Где-то надо искать этот сатый ключ. Может, тут где? Ну, возможно. Короче, эти манекены, они следят за мной. Видишь, они уже сюда переместились. Так, где долбанный ключ? У меня есть стамеска, или как ее там, это напильник. Почему, блин, нельзя руку вот этому... Он же пластиковый или какой там, просто руку отхерачить, короче, напильником. Да можно просто с ноги дать, и он упадет. Тому, кто держит, короче, это. Так. Держит дверь, которую. Я реально не понимаю, где ключ. Где ключ? Может, там где-то? Может, у вас? Может... А, во. Спасибо, чувак. Ой, чё так подкрадываешься, э? Приармянился. Бляха, вот эти вот звуки всякие, вот это реально круто сделано. Знаешь, нету скримеров как таковых, но звуки вот эти всякие, реально прикольно, да. Так, стамеска, да, или что это, напильник, короче, стамеска, наверное, скорее всего, ну, хрен знает, я не знаю. Рыба.
Это красный манекен, наверное, тот. Красный манекен. Так, рыба. Рыбу я знаю. Короче, нужно с стамеской отхерачить рыбу и принести ее сюда. Этому красному. Окей, погнали. Это проще пареной репы. Это все легко. Рыбу мы знаем, где находится. Смотри, уже здесь. Ух ты, нифига себе. Вы что тут столпились? Э, народ. Больше двух не собираться, слышь? Надо внимательно смотреть, чтобы не потушили мне свечу. Просто я не знаю, даже не знаю, что будет, если потушат свечу. Может, меня убьют или что там, я не знаю. Может, я умру. Так. Он ей голову отрубил. Вот рыба. Она так говорит, знаешь, well, well, well. Окей. Пойдем отнесем рыбу манекену. Он ждет ее. Как-то так, да? Окей. Так, здесь обходим стороной. Короче, всех вот этих вот, которые дуют. Бляха. Подкрался и думал, смотри такой. Он, знаешь, как будто стопку хочет принять, короче. Окей. Ладно. Бляха, темно, короче, и надо это, свечу. Погоди, свеча у меня, знаю, где свеча. Ага, мне туда не пройти. Понятно. Вновь возвращаться обратно. Задрали. А, кстати, здесь, смотри, пропали все. Они все туда, короче, переместились, да? Окей. А вот это стрёмная кукла, реально. Смотри, она следит за мной прям. Прям реально стрёмная. Блин, где-то такую куклу я уже видел. В каком-то либо фильме, или... По-моему... Фильм, по-моему, «Мёртвая тишина», по-моему, называется. Была, типа, похожая какая-то такая кукла, типа, марионетка. Или что-то такое. Прям вот рожа похожа. Слышу, у тебя рожа похожа. Ну, блядь. Я сори, что матюгаюсь, но это пипец. Это... Заперся кто-то, что ли? Ну и хрен с ним, мне там делать-то нечего в той комнате, чё. Так, ладно, берем свечу, короче, и валим. Чё-то мне это уже место уже начинает нагнетать. Начинает уже... Реально стрёмная просто. Лютая какая-то кукла. Херушки тебе, херушки. А у тебя я ключ брал, да? Рука помазана. Блин, стоило, короче, просто оставить на минутку наедине с ними, а этот уже душит. Уже поссорились, уже что-то не поделили. Короче, рыбу, что ли, не поделили? Там еще одна есть, если что. Отлично. Так, все, этот дверь мне открыл. Здорово, здорово, извините, простите, я просто пройду. Так, погоди, а это... Она еще живая. Она еще шевелится, прикинь. Ладно. Не ли. Вот это тоже стрёмная кукла. Смотри, у нее глаза какие-то черные, просто как это демонический пупс. Демонический пупс. Просто здесь реально лютая манекенщина проходит. Происходит. Блять. Собака. 9. А чё надо? Я взял... Он считает? 7. Бляха.
Он считает, 6. А куда мне бежать-то? Так, погоди, я обойду здесь. Ни хрена. Ни хрена. Это что ли дверь? А, ни хрена себе. Прикольно. Реально прикольно. Так, работай. Какие-то военные картины, какие-то солдаты, да, ветераны какие-то, что ли, или что-то. Ну, спасибо, блин. А ее тут никак не обойти. Хорош. Ее никак не обойти, короче, здесь. Это манекен, алкоголики. Журналы. Весы, о. Я помню, меня на таких взвешивали. В армию, когда забирали, и когда в школе учился. Ух ты. А вот там какая-то трешня. В кровище, либо в краске. Непонятно. Ну, судя по манекенам, это возможно, может быть краска. Это, знаешь, как... Может и кровь. Так, ладно, пойдем, короче, туда не пойдем. Там какой-то трэш. Давайте здесь посмотрим. Что у нас здесь? Охренеть, а там вообще какая-то дичь просто. Так, крестик. Крестик, мне надо по-любому туда. Бляха, надо что-то оптимизация, ну, тормаживать надо, подлагивать начинает. Так, ладно. Охренеть. Это человек или это кукла такая? Охренеть, здесь дичь. Ну, прикольно, да. Ну, слушай, ну, да, что? Ключ. Ну слушай, атмосферка все равно, ну какая-то есть, да? Exit. Короче, мне нужно найти ключ от этой двери, наверное, скорее всего, от Exit'а. Атмосферка, да, есть какая-то атмосферная, прикольно. Отзывы, в принципе, не подвели. Можно, в принципе, будет приобрести ее, как бы, да, и поиграть. В принципе, мне нравится. В принципе, неплохо. Печки не кончаются. Задувают только. Ух ты, нихера. Эй, с тобой все в порядке? Погоди, это живой, это человек. Это ни хрена не манекен, живой, смотри, видишь? Возможно, это и... Охренеть. Реально, знаешь, как это психоделик... Ну, не психоделик, а какой-то, знаешь, я не знаю. Типа артхаус какой-то вообще там, да? Какой-то лютый. Какие-то пытки, что ли? Охренеть. Блять. Собака. Дурак, что ли? Пугает он не тут. Так, понятно. Какие-то, смотри, записи... Блядь. Вы задрали. Какие-то записи, короче, и... Анатомия какая-то. Блин, интересно, вот что-то написано, короче. Ну, увы и ах, я английский не знаю. Если вы... Если кому не впадлу, то можете написать в комментариях, короче, перевод этого всего. Вот, примерно хотя бы. Это было бы интересно. Охренеть, это настоящий череп. Что-то огромный, да? А, судя по тому, что я этот, кукла, да? Погоди, а может здесь из людей делают куклы? Делают манекены? Это прикольный замут был бы, да? Холодильник. Обезглавленный. Охренеть.
Так, я понял. Я здесь пойду, и ты меня сдунешь. Да? Ну, я же говорю. А здесь у нас темно и страшка. И страшка. Темно и страшка. Так, понятно. Идем обратно за свечой. У нас дерганый, буйный пациент. Опа. Опа. Открылась. Свечу. А, ну свечу, смотри, там открылась. Свечу, ну здесь какой-то крестик. Бак. Бак. Это бак. Охренеть, да, полбашки нет. Это реально человек. Хотя вот здесь вот не похоже на человеческое. Здесь больше похоже на какую-то куклу, знаешь, какой-то кусок. А так как будто человек. Так, идем, ладно, за свечой. И возвращаемся обратно. У меня есть пакет. Я должен, короче, наверное, одеть на голову пакет этому чуваку. Чтоб он не дул. Все, в принципе, как бы несложно. Все логично, все просто. Но и в то же время как-то атмосферненько. Оп, ну давай, теперь попробуй, дунь. Ну дунь, ну дунь. Чё, а? Кишка танка, да? Не думал, да? Не ожидал? Сначала показалось электрический стул, короче. Ключ от выхода, наверное. Серебристый, короче, ключ. А теперь к выходу, я так полагаю, да? Надо идти. Или может этих от... Я хочу. What the fuck? What the fuck? Кто-то бежит. Кто-то бежит. А-а-а, мать твою. Что за дичь-то? Ни хрена себе там. Дядька в плаще. Типа тиран, что ли? Ну-ка. А вон и дверь открыта. Так, погоди, мне надо. Сейчас он пробежит туда, и я так сигану, короче. Все отлично. А, нет! Он туда забежал, ты видел, да? Хорошо. Бабушкин ковер. Эксит. Хорошо. Там еще какая-то дверь была, ну ладно. О! Come here right now! А это... You've been a naughty, naughty boy. А это этот, психопат. Come here now! Там монстр, а тут психопат. К нему подойти? You couldn't sit still, could you? Да. The game... Игра окончена с Джимми, да? Ребенок что-то там. Каждый день Дэвид что-то помощь, короче, кошмар. Начнется 2000. О, трейлер. Только что-то притормаживает как-то трейлер.
Ни хрена. Смотри, сколько всего там прикольного. Воу, воу. Какие-то сатанистские эти обряды. Это же клоуны. Ни хрена себе. Первого октября 2020 года где-то, да, примерно. Бляха, прикольно. Прикольно, мне в принципе зашло. Мне в принципе понравилось, вот. Как бы из демки в принципе ничего такого не понятно. Может по записям понятно, но я так думаю, что здесь из людей делали манекенов, что ли, я так понял, да, типа живых. Потом, типа... А прикинь, да, там какой-то этот, короче, ну, знак... Был вот этот. Что-то из головы вылетело. Не могу сообразить. Знак вот этот, перевернутая звезда, да, оккультные вот этот, всякие обряды, да. Вот. Что если из человека делали, короче, манекена и с помощью вот этих обрядов вселяли в душу, оживляли? А что, прикольно было бы, да? Но... В любом случае, короче, мы ее приобретем, когда релиз будет. Посмотрим полноценную игру. Надеюсь, оптимизация будет получше. Потому что местами было притормаживало. Вот. Ну и... Русификатор. Кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте, подписываемся на Инстаграм, комментируем. И с вами был Валерий. Всем пока.